кажется, что имя своего первого учителя забыть невозможно. Оно с трепетом в сердце отзывается даже спустя много лет. Трудно представить, сколько сил, труда, души и терпения наставники вкладывают в каждого из своих подопечных, чтобы они из маленьких мальчишек и девчонок выросли в успешных, счастливых людей. Новая скульптурная композиция в одном из скверов Самары – это напоминание о роли первых учителей в жизни каждого жителя города. Наверняка каждый из нас где-то глубоко в сердце с особой нежностью, любовью держит воспоминания о первом учителе. И вот эта скульптурная композиция позволит как раз прийти сюда, вернуться за парту, как тогда в первый класс вспомнить своего первого учителя. Профессия учителя, она самая главная. Самое главное после мамы, семьи, на первом месте идет учитель. Это бесспорно. Именно первый учитель. Скульптурная композиция «Первый учитель» – это собирательный образ. Образ не только наставника, но и класса, в котором ученики проводят немалую долю времени. Здесь и парта, и тетрадь, а также чернильница и перьевая ручка. Все мы смотрим на нее и видим, что это отсылка к прошлому. Мы видим парту. Таких парт нет уже у нас в зданиях сейчас. За эту парту можно присесть, сделать фотографию. Я думаю, что такая фотография в скором времени будет у каждого самарца. Помимо привычного нам образа, в скульптуре присутствует одна маленькая, но интересная деталь – бумажный самолетик. По задумке автора, это напоминание о милом ребячестве учеников, которое сопровождает учителей на протяжении школьных лет. Мне казалось, что это подчеркнет достаточно живую атмосферу любого класса, любого урока. Всегда дети сохраняют в себе черты ребячества. Да? Вот. И мне казалось, что это оригинально и вроде бы попал в точку. Такой подарок в завершении года педагога и наставника особенно оценили молодые специалисты, которые уже успели для кого-то стать первыми учителями. Активное обсуждение скульптура вызвала и у учеников педагогических классов, кто только планирует связать свою жизнь с преподаванием. Это очень приятно, то, что нас помнят, про нас знают. Это в первую очередь привлекает внимание также юных ребят для того, чтобы они становились дальнейшими учителями. То есть это приятно. В первую очередь, это очень приятно для меня лично, потому что этот год наш год, учительский. Мы, как будущие педагоги, пришли сюда, чтобы возложить цветы к памятнику учителя. Ведь учитель – это очень важная профессия в жизни каждого человека, который живет сейчас, есть или был так или иначе учитель, и этот человек очень важен для нас. Новая скульптурная композиция появилась в обновленном сквере на пересечении улиц Нововокзальной и Старозагора, рядом с Центром развития образования. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.